еще думаешь, что суперкрошки это для малышей? Похождение девочек из детского сада не для твоих глаз и ушей? Из утренних мультиков ты уже вырос, дружок. Чипсы и газировка заменили тебе с ложечки творожок. У тебя ипотека, работа, учеба и взрослые обязательства. Давай рассмотрим все обстоятельства. Суперкрошки состоят из сахара, специй и всех милых вещей. Пока ты состоишь из торгового центра по субботам, офиса, отверток и борщей. Суперкрошкам из мультики известные политики. Пока ты обсуждаешь кредит в баре по пятницам со своими друзьями-нытиками. Суперкрошки не боятся шимпанзе без черепа и океана тараканов. Пока ты в ужасе звонишь своей маме и жалуешься на хулиганов. Суперкрошки умеют летать, стреляют глазами и работают на природе. Пока ты выходишь замуж, женишься, рожаешь детей и думаешь о разводе. Суперкрошки не становятся старше и годами живут в детском саду. Пока ты тихо состарился, вышел на пенсию и растерянно щупаешь седину. Хочешь приключений, активного отдыха и великих свершений? Забудь, что ты взрослый, это предрассудки и самовнушение. Смотри суперкрошек на 22 по утрам. Для надежности пересматривай днем, ночью и по вечерам.